Здравствуйте, меня зовут Суслик, и это наконец-то какое-то видео по какой-то игре. Это мой первый взгляд на игру Democracy 3. Она вообще не очень популярна, она вышла 14 октября в Стиме, поэтому... вот, она не очень знаменита. Из русских я еще ни одного не видел, кто сделал, понял, зарубежных много, а вот русских нет. Я вообще во вторую часть не играл, поэтому я не имею представления, что это за игра. Но, учитывая то, что я живу в России, для меня будет довольно смешно поиграть в игру под названием «Демократия». Ну, давайте начнем, собственно. Так, нам предлагают выбрать страну. Давайте Канаду. Потому что мне нравится Канада, наверное. Игра на английском, она не легализована, как бы. Так. Давайте. Называем так вот, Opposition Party Name. Так вот, так, значит. Ураганы, землетрясения, монархия. Ну, конечно, монархия, господи, это же Канада. Так, это не надо мне никаких. Что это такое, компульс, ребутинг. Так, сложность, нет, сложность, давайте оставим. Ладно, давайте все оставим так по дефолту. Если вы хотите поиграть в эту игру, то придется вам хоть как-то подучить английский или искать где-нибудь русификатор. Вы его, скорее всего, нигде не найдете, потому что в России абсолютно никто не играет в эту игру. Вот, поэтому... Итак, вот у нас начинается игра, собственно. В граффити в игре нету. Вот, поэтому все выглядит вот так вот, примерно. Добро пожаловать в Демократию 3. Вы только что начали свой первый, типа, год, срок. Первый год как премьер-министр. Типа, Chief of Staff. Он типа здесь, чтобы объяснять, как все работает. Иконки снизу дают. Кендикурсу достает for country. Типа все, что в нашей стране происходит, вот так вот. Tablo can change things for the better. Типа, мы надеемся, что сможем изменить вещи к лучшему. И переизбрание после вашего срока состоится. Нажмите кнопочку снизу. Market begin time of office. Ну, это, наверное, все-таки придется пройти. Ой, что я нажал? А, ладно. Begin Term of Office. Так должно быть, нет? А, вот. Так, значит, тут у нас всякие индикаторы. У нас, значит, так, вооруженная полиция не прокачана, бла-бла-бла. Так, окей. Типа я выиграл на выборах, у меня есть 5 лет. Теперь я, наверное, должен, собственно, заниматься политикой. Без туториалов играть довольно сложно, потому что я, например, не представляю, как это играть. Так, ладно, смотрим преступность. У нас организованная преступность какая-то. Хотя, по-моему, у нас организованной преступности пока нету. Гэмблинг. Что это? Мы пока не будем ничего трогать. Вау, вот это да. Да, вот так тут у нас все выглядит. Типа это показывает, как у нас кто работает. Каждый министр имеет разные уровни опыта. Бла-бла-бла. Проводить с политиком. Я что-нибудь консидер. Да-да-да, хорошо. Так, это у нас, видимо, всякие... Ладно, это нам сейчас не нужно. Нам нужно, значит, вот это, скорее всего. Нам нужно остановить всякие налоги и прочее, прочее. Нам нужно от чего-то защищаться, что-то разрешать, что-то запрещать. И с чего бы начать? Я думаю, что стоит начать с такой вещи, как религия. Как видите, у нас что-то какие-то проблемы очень большие. Total ban. А нам это, наверное, не нужно, я думаю, что... Сделаем это вот так вот сейчас. Так, религия у нас, я думаю, не сильно сейчас улучшилась, как бы. Так, нам нужно что-то повышать, и что же? Угу. Так, это у нас, значит, health service. Естественно, это, наверное, важно. Все-таки это как-никак... Так, нет, что-то капиталисты недовольны. Я думаю, что это лучше оставить, потому что это вполне себе приемлемо. Хотя, если бы было рашка, надо было так поставить.
Типа, только если у вас волчанка, вы ляжете в больницу. Нет, давайте оставим это так. Да. Так, что у нас здесь еще есть? Какие у нас проблемы? У нас социализм, все нормально? Окей. Не социализм, а, ну, вы поняли. Так, богатость, что у нас здесь? У нас большие налоги. Но налоги опускать у меня не будет денег, поэтому я думаю, надо понизить, ну, где-то вот до сюда вот, наверное. Да ты охеревшая. Ладно, мне запретили это сейчас делать. Это у нас, значит, так, у нас, по-моему, проблемы большие с коммуникацией дорог. Ой, железных дорог, я правильно понимаю? А, нет. Turn up towards the rest of a greater with the network. Хорошо. Давайте повысим, значит. Почему я не могу это делать? А ну разреши мне это делать. Так, про богатство я уже поговорил. То есть богатым нравится, что... Так, налог на собственность. Налог на собственность... Надо все-таки как-то... Если я уберу налог на собственность, то у меня будут проблемы, скорее всего. Ладно, давайте попробуем так. Что за свечи? Next turn. А, ё-моё, тут нужно... Вот. Я что-то, я даже не знал, что здесь кнопка есть. После каждого изменения мне, видимо, нужно нажимать кнопку Next. Ну, понимаете, я сам первый раз в эту игру играю, и тут туториал довольно своеобразный, поэтому... Вот. Я, наверное, Ладно, у меня аплодируйте, видишь. Ban same-sex marriage. Это хороший вопрос, на самом деле. Да, я думаю, это стоит запретить. Global economy is doing well, and this is a positive effect. Типа, экономика мировая поднялась, и все хорошо, типа. Типа, мировая экономия повышает наши денежки. Да, тут так не хреновенько. Окей, ладно, мне сейчас не важно. А там еще что-то было. Ну ладно, я могу уволить. Вау. Так, давайте подумаем, что нам сейчас лучше улучшать. Я думаю, что у нас... Так, мне нужны проблемы именно с... Так, спиртное, что у нас спиртное? Угу. Нужно запретить алкоголь. Так. Надо запретить алкоголь, да. Это вообще к чему относится-то? Так, пур. Налог на алкоголь, нифига себе. Так, бездомность. Интересно. Бездомность мы никак пофиксить не можем, это просто оно есть и все. Так, где у нас бедные? Так, значит. Пенсии. Ну, пенсии надо понижать. Нет, шучу, нет. Надо повысить пенсии, я думаю. Хотя я думаю, что у нас не так уж и много старых людей. Не надо мне. River changes. А, так. А что значит так? Постройка дорог, вы шутите, что? Нет, конечно. Так, environment. Но я не Германия, чтобы сейчас все себе улучшать. Чуть за пистолет. По-моему, это воровство информации, не знаю. Да, intelligence — это все базы данных, собственно. Мне это сейчас не нужно. Так. Ух ты, у меня повышается религия. Но зачем мне повышать религию? Мне нужно повышать сейчас бедных людей, потому что, наверное, мне это основное. Ваши бедные люди. Так, алкогольный налог надо понизить. Хотя все будут бухать, по идее. Но зато нищим будет лучше, и вот. Здесь показаны мои вообще очки капитала, я не понимаю. Так, что еще там с бедными связано? Поверти, что это? Нет, это я не могу фиксить. Это легальные наркотики. Так, сейчас, что еще можем? Безработица. Безработица у нас из-за чего? Из-за гамблинга. Надо, значит, бороться с гамблингом. Из-за Technology Grant. Так, короче, гамблинг. Гамблинг, он где-то в этой сфере должен быть.
Так, что-то я внезапно понял, что у нас проблема с налогами. Нам нужно повысить налоги. Или наоборот повысить. Может наоборот понизить? Я думаю, их стоит понизить, да. Так. Йоут это у нас подростки. Значит, нужно повысить. Так. Алкоголь, короче, с 21. Нормально. Дешевое образование, наверное. Вот так вот. А, ладно, все тогда. Делаем следующий ход. Посмотрим, что я сотворил. Так. Ну, мне даже что-то никто не обрадовался. Ранг и бюджет дефицит. Угу. У нас пошел на спад, видимо. Денежки пошли на спад. Значит, нужно повышать налоги. Хотя тогда, наверное, бедные вообще охренеют. Окей, давайте вот так сделаем. Ну ладно, я думаю, не сильно все расстроятся. Так, чем делать? Так, environment. ГДП, если ничего не могу делать. Где environment? Так, это значит у нас вот это. Это загрязнение. Загрязнение мне интересно, как контролировать. Где environment еще раз? Так, я могу, значит, clean energy, petrol tax. О, налог на бензин. Вы что, конечно, нужно повысить налог на бензин. Вот так вот. Да вообще убрать нахрен. Нет, нужно сделать вот так вот, чтобы никто не ездил на машинах. Ага. Так и сделаем на 20 хотим. Да что такое? Неужели мне опять придется скипать? Ясно. Нет, конечно, agencies. Какие-то там агентства, новости, агрессивные методы, сусмани, так. Это, видимо, какие-то агентства, которые, можно сказать, так, кое-что делают плохое с деньгами. Я думаю, что их стоит вот так вот лимитнуть. Так, и что я здесь собрался? Налог на бензин, да? Господи, ладно, next turn, я сейчас не могу это делать. Так, pulse report, security briefing, market meltdown, oil on, фига, на меня насрать. Так, значит, у меня преступление понижается, как я понял, или это наоборот, видимо, повышается преступление и понижается уровень непреступления, типа там. Господи, если честно, я сам не понимаю половину то, что он говорит, я как понял, что он говорит, но я это перевести не смогу просто. Да. Так, мне нужно повысить налог на бензин. Да, блядь, ладно, сейчас. Я вообще, по-моему, что с бензином сейчас сделать не могу. Думаю, нахрен. Так, все нормально, сфера middle income. Все таксы, таксы, таксы. Middle income вообще надо вот так делать, блин. Я сейчас вообще ничего делать не могу, потому что мне политикам эту штуку не дают, а ну биром. Так, ладно, опять next turn. Мне нужно больше. Так. Это мои министры, которые. О, это вообще похож на Собянина. Ребята, ну давайте. Вот, 28. У меня сейчас 28 кулачков. Будем звать это кулачками, повышать налоги. Там нужно 30 кулачков. О, вот тут можно. Так, нет. Cancel. Так, значит, мне нужно middle income. Мне не нравится, что. Подождите, у нас проблемы с богатыми. Это надо решать. Ага, тут богатый вообще им насрать надо. Так. Капиталисты, смотрите, вот это да. Капиталисты это у нас, по-моему, ребята, которые хотят со всего деньги грести, да?
Так, у нас здесь какой-то значок вопроса. Давайте посмотрим. Амбассадор. Типа у нас какой-то помо валяется из UN. А UN это что? Блин, на кого из них Андрей Вонг? Типа патриот. А это интеллигентный пацан. Он интернационалист, вот это да, либерал-социалист. Я думаю, мне стоит взять. Он не популярный интернационал, начну брать эту. Так. Ну, у нас вообще капитализм гуляет просто. Ух ты ж ее, ни хрена. Так, где капитализм у нас? Вот. Ну, блин, это вообще же будет жесть, правильно? Окей, давайте сделаем вот так вот. Нет, cancel я не могу, да, отменить? А нет, нормально тут. Что у нас еще с капиталистами? Ё-моё, с капиталистами сейчас столько всего. Надо Technology Grants. А, то есть, чем больше грантов, тем лучше капиталистам, но хуже. Угу. Тут всем лучше, кроме нерабочих. А нерабочие вообще не люди. Так, ладно, у меня сейчас нету опять тех очков, заканчиваю это. Блин, бюджет просто рушится вообще. Надо где-то деньги брать. Деньги у нас с налогами берутся, это очевидно. Угу. Вот тут этот налог у нас маленький. Да я его не могу еще повышать. А по-моему я трачу, когда я пытаюсь чуть повысить. То есть у нас сейчас вообще что налога нет, я не понял. Так. Я, по-моему, тупо отменил еще налоги. Ух ты. О, боже, прикиньте, да, налог на еду, так вот, income tax. И вот реально я же отменил налоги. Да вы шутите, нет, это быть не может, так нельзя делать. Офигеть. Я все налоги поотменял, это ж пиздец. Я должен вернуть. Да. Сейчас мне вообще, по-моему, денег ниоткуда не будет. Ладно, там надо на это повысить налог. Но я не могу сейчас это делать, как я понимаю. А. Ну что еще можно ввести налог? Так, вот это тоже налог. Да я его, по-моему, специально сбивал сам, так что я вообще уже вот этот налог на что? Блин, я не могу налоги повышать. Короче, следующий ход, мне нужно больше кулачков. Эти кулачки просто... Это, мне нужно, по-моему, тупо уволить всех министров, чтобы... уволить всех министров, чтобы пришли новые министры. И, у нас какой-то скандал в интернете, вы прикиньте. В России каждый день скандал в интернете, и мало кто на это реагирует. Так, у нас 37 кулачков, а значит, мы можем повышать налоги. Богатым совсем плохо от этого. Неважно. Теперь у нас, может, хоть деньги будут идти. Капиталисты, по-моему, довольны с этого. Агрикультура субсидий. Больше субсидий. Мне пофиг на безработных. Если безработные, пусть идут ищут работу. Отлично. Следующий ход. Кредит, рейтинг, downgraded. Ну, блин, там что-то психуют эти на бирже. Все. Преступление. Полицфорс надо повысить, наверное. А, нет, нет, наоборот, наверное. Как-то странно себя графа ведет. Впрочем, our reward changes. Так, я все, я понял, как сделать так, чтобы не отменить налог. Это что это такое, атомная энергия или типа того? А, нет, просто science. Вау, у меня микроскопы есть. Респект. Блин, не, я еще не могу так тратиться. Наоборот, понизить. Чтобы вообще ничего не платить.
Нет, я так не могу тоже, не надо совсем это углублять, что это такое. Аборты? Запретить аборты? Хотя нет. Это, наверное, люди расстроятся. Либералы расстроятся. Либералы. А я с этого вообще ничего, никаких к деньгам не относится. Так, молодняк. Ну, бухло я тоже мне никак с этого денег не взял. С чего же деньги можно? Можно с... По-моему, тут где-то было... Там, где это капиталисты? На дороге были ж налоги, не? А вот. Ну, опять же, у меня тогда будет как бы меньше использования машин. И это вполне себе годно. Чем меньше машин, тем лучше. Нужно общественный транспорт увеличивать. Так, что у нас еще? Какой у нас есть еще общественный транспорт? Надо рейл. Надо качать рейл. Вот эту штуку. На нее будет, надо будет больше денег. Сейчас у меня на нее денег нет, поэтому следующий ход. Ну, видите, немножечко потыкаться, и уже будете... Ну, конечно, Бен, вы чё? Не надо мне animal тестингов, так. У нас очень хреново богато, мне это не нравится. Корпорационный налог. Почему богатым плохо, если... Как-то это глупо. Ладно, надо найти вот эту золотую середину. Так, стоп, cancel. А, так. А, хорошо. Так, нормально. Может, это я сейчас скачал богатых. Да, я сейчас пытаюсь прокачать богатых. Ну, нет, это я сейчас ничего делать не могу. Так, ладно, следующий ход. Чуть-чуть дорогие все обходятся. Преступление. Ну, преступление нормальное, я думаю. Все с преступлением хорошо. Ух ты, что такое? Строительство дорог? Нет. Ух ты, я могу убрать дороги? Нет, надо basic. И нормально. Так. Да что ж такое-то? То есть, если я сделаю безлимитный алкоголь, то, по-моему, всем будет хорошо от этого. Давайте сделаем там минимальный возраст. А, нет, еще не могу это сделать. Я, по-моему, отменил опять. Нет, вот он. Окей, мне вообще опять три штучки надо скипать. Так, закон по поводу еды, продаваемых детям. Ну давайте регулировать, чтобы как-то по здоровью все-таки были. Ой, ЛДПР вообще что-то хреново. Единая Канада прям хорошо так поднялась, а ЛДПР, не, ЛДПР плохо. Ну это хорошо, так. Это отлично просто. Так, где у нас алкоголь? А, тут уже все как надо. У нас, по-моему, молодняк нормально идет. Так, ой, господи, что так либерала много надо, боже. Школьные молитвы? Нет. Ребята, нет. Только если просят родители. Не надо нам молитв в школах. Молитв в школах. Потому что это что такое? Бесконечное образование? А, библиотеки. Да, библиотеки нужны. Библиотеки это хорошо. Так. У нас опять же, у нас денег-то нет почти, боже. Откуда у нас основные деньги идут? А вот инком. У нас от налогов вообще денег не идет. Так, нам сейчас нужно повышать налоги. Повышать налоги! Так, ладно.
все что-то пишут, но... Экономика, да, экономика хреновая у меня сейчас, у меня всего, как видите, у меня 1,5 миллиарда, нет, у меня 1500 миллиардов, но я сейчас очень нехило трачу деньги, и это нужно сейчас как-то, да, регулировать. Вот. Так, чтобы регулировать это, я могу зайти вот сюда, нажать инкам, и какой налог мне повышать? Вообще надо, наверное, на собственность, а на собственность налога нет. Ага. Всем так сразу плохо от этого становится. Не, не буду. Так, корпоративный налог. Ну, у меня там богатые вообще всплакнут, наверное. Налог на... О, налог на табак, это хорошо, да. Everyone плохо. Да мне насрать, ребят, не будете у меня курить. Inherit. Вот я так не понял, что это. Короче, только на богатых влияет. У меня опять кончились кулачки. Ёбаные кулачки, господи. Следующий. Mad Cow. Эпидемия. О боже мой. Это вообще плохо, ребят. Это так плохо. Чё, жирные люди? Надо сделать налог на вредную еду. А, и астма? Откуда у вас астма взялась, люди? Вы чё? Родители. Наркотики. О, легализованная проституция. У нас там легализованная? Не, я не хочу так вызвать, легализировать проституцию. Это на что вообще налог? А, налог на продажу, ага. Ясно. Так. В первый срок, как я понял, лучше отменять налоги, а потом их возвращать. Потому что... Ух ты. А, то есть я еще могу так на каждую навести, и мне покажется... На кого это влияет? Поверти вообще на все влияет, конечно. Пенсия. Да, не, в жопу пенсию. Так, что я хотел сделать? Я хотел налог на junk food ввести, да. Как его вводить? Его, по-моему, нужно еще создать. Ну, чё? Это, по-моему, вот сюда мне надо нажать. Нет, сейчас я вспомню, сейчас все. Такс. А, нет. Уволить. Да блин, что ли, вы не понимаете, что мне надо? Где такс? Покажите мне все налоги, вот. Так, junk food taxes. Вот он. Все, я ввел налог на... Junk food, его нужно сделать реально мощно. Хотя тогда будет плохо. Ладно, срать. Охренеть, ребят, вы поняли, да? Я настолько четкий, что я вел свой налог. О да. Так, что еще какие-то налоги можно вести? Я на что нажимал? Не помните на что? А, я вот сюда вот правая кнопка. Еще нужно налог на машину вести. Вот потом, сейчас у меня нету кулачков, хотя у нас кулачков довольно-таки много. Вот, типа, мы срастают в сервинг аргумент, мы обычно лидер позишн после полисиста together. Что-то меня один министр хочет уволить, по-моему. Какой-то мне министр хочет уволиться, вот этот. Иди нахуй. Уволили министра, наняли другого министра. Нормально. Да хватит шептаться, ё-моё. Так. Заткнитесь вы! Так, окей, налог, да. Все, заткнулся наконец-то. Я не могу. У меня не хватает капитала, да? Блин, сколько там капитала-то нужно, охереть?
school tax. У меня есть налоги на школу. Я думаю, их стоит сделать вообще максимальными. Школа это для элиты, все дела. Так. Вообще, я понял, что я уже фиг знает сколько времени только и делаю, что повышаю налоги и понижаю налоги. Так. Retina scans. Random passport checks. Ну, это прямо papers, please. Так, ну я не знаю, мне стоит вообще, наверное, с этим бороться. Патриотизм повышается, понижать все остальное. Я думаю, стоит вот так вот. Обычные паспорта. Что это такое? Citizenship tests. Нет, я не могу это сейчас сделать. У меня опять мало кулачков. Следующего. У меня кризис какой-то. У меня всем плохо. Но это нормально, что? Поэтому я не прав. Квоты для рабочих. Корпорации. Давайте примем закон. Я не знаю, что, но пусть будет. Закон всегда хорошо. Блять, всем плохо, ебать. По-моему, мне нужно понизить все-таки налог на курение. Ну, конечно, совсем его убрать не вариант. Давайте сделаем 25. Че, у меня еще все страдают? Вот от этого, да? Легализировать все наркотики, роскошь. Надо запретить все наркотики. Хотя конопля, в принципе, можно. Я думаю, оставить коноплю, чё. Так, 16 кулачков. Я наверняка еще что-нибудь могу сделать. Все так страдают от кризиса. Это просто пипец. И все равно я трачу довольно-таки много. Хотя у меня есть инкам. Блять. Печально, что все так страдают. Слушайте, у меня капиталисты вообще охренеть как страдают. Надо что-то с этим делать. Больше всего они, конечно, страдают от кризиса, как я понял. Я думаю, мне стоит стейт-хаусинг немножечко подровнять, чтобы у меня капиталисты радовались. А я их больше уже не могу тут радовать. Где еще капиталисты у меня есть? Агрикультур. Капиталисты обрадуются, если не будет агрокультуры. Это вообще люди, я не понимаю, или нет? Ужасные капиталисты, конечно. Субсидии, если понижу, все огорчатся. Блин, ну субсидии нужны. Народное хозяйство. Ну, я не знаю, сейчас, если я буду качать капиталистов, то мне помню, просто страна как рашка станет, и все. То есть, я понял. Ребят, капиталисты — это те, которые хотят всех оставить без денег, и все. Вот серьезно, я сейчас смотрю, то есть им хорошо, когда обворовывают в гэмблинге, хорошо, когда платные дороги, но и плохо, когда я ввожу субсидии на новых детей. Видите, вот им хорошо, когда я не даю денег лохам всяким, понятно. Следующий ход. Пока у меня будет... Ой, да ну гоните. Охренеть. У меня, видите, проблемы какие. Борис Ельцин там что-то сказал. О, это что, равенство или что это? Капиталисты по-прежнему бесятся. У меня все бесятся. Я сейчас смотрю, почему они все бесятся. Я не знаю, кого мне качать. У меня теперь фермер расстроен. Этник. Да, у меня недовольные люди, то что у меня теперь пропуска там какие-то, они такие. Так, неважно, это консервативы, что-то тоже недовольны. Консервативы. Я думаю, стоит сделать лоу. Понижать дорого, конечно. Тюрьмы. Кого мне радовать, я не понимаю. Кого у меня больше всех, например? Homeless, как я могу исправить?
Так, тут у меня радуются все, кроме... Ладно, давайте рискнем. Я не знаю, что еще произойдет, но... Child labor? Это типа у нас прогулы? Что-нибудь такое, потому что, видишь, написано, что не пропускают школу. А, это типа, чтобы запретить детский труд. Да, это стоит сделать, а то у меня пидор, видите, школу прогуливают, все дела. Так, от чего мне больше всего бесится безработные? Где-то employment растет. Сделаем сервис. А тут есть срочно. Нет. Не так уж и все обрадовались, я смотрю. Господи, в эту игру можно бесконечно играть. Так, у меня вообще еще кулачков нету почти. Да, катальщики машин просто бесятся. Автомобилисты ненавидят, наверное, мою страну. Да, это мы сделаем вот так вот. Что-то популярность вообще пипец. Блин, что я могу сделать с кризисом? Ага, капиталист. От чего больше всего бесится капиталисты? Капиталисты больше всего бесятся от дебт-кризиса, который они сами сделали. Охуеть просто. Эти тоже больше всего бесятся. Короче, я понял, мне еще нужно на них фокусироваться. Вот. Так, значит... Что еще я могу сделать для вас, любимые капиталисты, блядь? Ёбаные капиталисты, сука. Нет, это я не могу делать. Супергерой. Вау, нормально. У меня появился супергерой. Так, толстота. С толстотой покончено. Капиталисты по-прежнему бесятся. У меня по-прежнему сраный кризис. Так, какие у меня... Смотрите, я понял, короче. Я только сейчас меня доперло красным обозначены проблемы. Ох, блядь. Хотя тогда организованная преступность вообще спадет. Тогда дико недовольный играл. Это я понимаю, что это. То есть отслеживание разговоров. Вот так вот сделаем. Где у нас либералы? Вот они. Что я могу для них повысить, чтобы, собственно, так, либералы шель... Нет, тут либералы полностью довольны. Тут либералы просто пиздецко довольны. Что им еще нужно? Что это вообще? Креационизм против эволюции. А я с этим ничего не могу делать, но это на самом деле очень доболевшая тема. Та-та, заткнись ты уже. О, круто, у нас еще одна ситуация закончилась. Фучинку фрекинг. Гидравлик фрактуми. Технология, которая позволяет энергетической компании использовать. Ну, давайте. Какая-то что-то новое они придумали, знаете. От чего у нас может быть загрязнение, значит? Ага, environment. Clean energy субсидии надо повысить, скорее всего. Капиталисты опять, да ну нахер.
Знаете, это капиталисты, наверное, такие дядюшки у себя перед крестом сидят, думают, ой, сука, правительство тратит правительственные деньги, меня это так ебет. Наверное, это примерно вот так выглядит. Что? Наркотики вообще запретить нахуй. Что с капиталистами? Тут капиталистам насрать, да? Консервативно повышаются. Консервативно это хорошо. Так, окей, мы запретили наркотики. Нихуя, я походу выборы, короче, просрал. Посмотрите, сколько не проголосовавших. А, кстати, по идее... Окей. Вот так вот неудачно я сыграл в третью демократию. Советую вам найти, потому что я, как бы, вы понимаете, что я не купил эту игру и ссылку, по идее, дать не могу. Но советую вам попытаться ее найти, поиграть, потому что это довольно-таки увлекательная игра, но если, опять же, английский плохо знать, то мне будет играть невозможно. Если знаете на уровне моего, то просто будет сложно. Вот. Ну, первый опыт я, может, еще запишу, в зависимости от того, как вам понравится. Это до свидания, с вами был Суслик. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки и всем пока.